Итак, всем привет! Это 45-я серия нашего прохождения игры Dragon Age Origins в составе Ultimate Edition, уровень смерти, уровень сложности, Nightmare. Да, уровень смерти просто зашкаливает. Так, чем мы занимаемся-то? Я уж в игру не запускал недели две. Так, уровень священного прака точно нет. Доска проповедника. Мы обнаружили. Мертвые, расскажите. Понятно. Так, Арзамар, что там? А, вор в ученом доме. Да-да-да-да-да. Поиски старшины, что? Поговорить с лордом совета. Найти рука. Утерянные записи. Ну, это все понятно, это потом уже, когда на глубинные тропы потопаем. Так, вернуться, но это мы сейчас пойдем сначала с ученым домом разберемся. Нам, насколько я помню, на арену испытаний надо плюхать, чтобы там найти того, кого эта книжка. Сейчас. Я уж не помню, я могу просто так поучаствовать в боях-то ведь. По-моему, там плюх какой-то дает, типа колечко. И все такое. Так, стражник. Надо еще вспоминать управление, да. I understand the swamp witch is out to slay its own mother. Entirely in self-defense. So it claims. Ой, что-то громко у меня там. It's planned from the very beginning, then. I knew nothing about my mother's intentions prior to finding the book. It was your notion I arranged that. Unnecessary. Надо в коробочку. The only one who can read the book. It could just as well be a journal or a book of recipes. Would you like me to teach you how to read the book? Then you. А вот и оно. Что у вас тут есть? Здесь нифига. Очень много народу. Bloodsport entertainment for the masses at its best. Так, болельщики. Распределитель. Стражник. Так, туда нас не пускают. Нас никуда не пускают, да, я так понимаю. В обсчте. А, нет, куда-то можно, смотрите, пройти. А ты чё? Чё-то как-то они сразу расстроились. Ладно. Так, ты бей вот, пожалуйста, вот этого вот. Алистер, ты на себя берешь вот этого. Шейла, ты берешь на себя тоже вот этого. Морриган, мы с тобой сейчас вот с этим разберемся. Сразу ему вот такую козью рожу сделаем. Отлично. Так. Окей. Вот этой херней давай. Так. И теперь пока он тут. Вот так вот. Вот ты молодец. Вот красавица. Давай, давай, давай. Еще вот такую штуку. Вот. Теперь вот от этого. Отлично. Так, полечить кого надо? Шейлу. Давай полечим Шейлу.
Отлично. Так, и поможем. Готово. Так, Шеллу-то сейчас загасят, на самом деле. Надо бы ей подмагнуть как-нибудь. Так, что у нас тут есть интересненького? Так, ну это не пойдет. А, ну просто бей. Так, все, готово. Так, и теперь ты, дружок, остался. Уже все. Отлично. Ну вот и разобрались. Что тут есть? Ну-ка глянем. А вдруг тут что-то есть? А ты кто? Don't take it personally. Hanashan's a member of the Silent Sisters. She doesn't talk to anyone. They're an order of female warriors, founded by Astith the Grey, a woman of the warrior caste who first fought for women's right to be soldiers. When no one listened to her words, Astith cut out her tongue and dedicated herself to training until she won a grand proving barehanded. The women who join her order cut out their tongues in her honor. Нифига себе, фу, какая гадость. The Silent Sisters support the sitting king. They are loyal servants to the Idukans. Спасибо. May the ancestors choose their champion wisely. Так, ну с тобой мы поговорим. Это, я так понимаю, можно еще участвовать в испытании на стороне Харл Монда. Но зачем? Ты кто? This deal was all their making, Warden. Technically, I haven't done anything wrong. We have no business. Unless you want to make a few coins. Not that I'm suggesting anything. But you're holding the prize now. Так. I have a collector in mind. Who actually sells the item doesn't matter. It's your call. As always, I let people make their own decisions. Нет, я не соглашусь на эту сделку. Yes, well, I'll keep my nose clean until you're long gone. How about that? I'm just a businessman. I merely exploit opportunities. I won't get in your way. Кто-то старался эту книжку писал, а ты просто хочешь продать ее какому-то коллекционеру, но... Ничего святого, Леней, вот ничего святого. Ты кто? Sorry, I was just leaving. А, ну... Ну и... Их, хрен с тобой. Так, там у нас чё? Оружейник испытаний? А, вот у него... Fine to see you here, Warden. A number of people have told me they hope to see you in the provings. It's a rare opportunity to fight against someone so exotically trained. In fact, if you were hoping you'd take part in some informal action. Вот. Я не прочь. Say the word and I'll line up a team from one of the younger houses. They don't often get a chance to test themselves in the provings. They're a hungry bunch who employ unusual tactics. Understand that there's no concern for fairness here. Your battles will be hard won. Устрой. Так. The younger houses are interested in unorthodox tactics. Many hire mercenaries to augment traditional strengths. Anything goes is a fair description. We give small payouts, maybe a bonus from time to time. But this isn't about money. It's about skill and the chance to show it. Mm-hmm.
Давай попробуем. This will be difficult, I assure you. Клёво. Ёлки-палки, у вас мак крови. А, ну да, они же говорили, что все сгодится, да? Так, гасим сразу мага крови. Так, а ты держишь вот на себе вот этих вот. Морриган, ты отходишь на безопасное расстояние. На безопасное расстояние, я сказал. Давай-ка, ботни ее. Так. Отлично. И бей. Так, маг крови готов. Тебя. Опаньки. Что-то у тебя тут все плохо, Кисуль. Ты бы это, полечилась бы немножко. Окей. Так, у Шейла тоже все плохо. А вот Шейлу мы просто полечим. Чё-то как-то ей вообще насрать. Так, Шейла, а чё у тебя по тактике, кстати? Ну-ка, по-моему, у тебя по тактике. Морриган, понятно. Соня, понятно. Алистер, Шейла. Своё любое. Цель. Условия. Молчание камня. Активировать расчетные сотрясения. Так. Свое. Здоровье. Здоровье менее 25%. Принять аптечку. Самую слабую. Сохранить. Сохранить. Все окей. Ну, чтобы ты тоже принимала аптечку. Так, блин, у нас все плохо, а на самом деле, почему я хочу сказать, что у нас все плохо? Потому что Шейла против двух тут херачится, и ей вот точно сейчас будет плохо. У этой тоже все не очень. Ей надо срочно припарку. Которой у нас нет. Но большую я не хочу тратить. Шейла у нас сейчас отъедет. А хотя, может быть, и не отъедет. Давай, вот тебе можем большую припарку. Так, подходим вот сюда, короче. Так. Активируем вот эту вот хрень. Вот так вот. Вот. Вот так, теперь... Устойчивость, нифига себе. Ой. Похоже, мне сейчас будет кирдык. Надо вот эту вот штуку сделать. Ага. Каменные доспехи. И тебя, дружок. Так, что у нас? Ну, Морриган сейчас у нас упадет. Все, пипец ей. А нет, еще, смотри, уже держится, держится. Молодец. Так, Шейлу сейчас убьют. Слушайте, вы будете драться? Я не понимаю, что вы делаете-то? Вы так долго его это, кромсаете, что просто ужас. Это участник испытаний. У меня Морриган быстрее разбирает, блин. Давай вот этой штукой. Устойчивость, нифига себе. Так, ну вы убьете его или нет, или что? Слушай, давай волка призовем, нет? Нет, давай удар.
Так, ну да, Морриган уехала, это я понял, что она уехала. В принципе, было логично. Опаньки, и Шейла уехала тоже. И Алистер сейчас уедет, и все сейчас уедут. Фига себе. Вот это я вообще не ожидал. Такого поворота, блин, событий. Ладно, ты дерешься с этим, а ты дерешься с этим, блин. Как угодно, как хотите. Но вы должны затащить. А, ну да, вроде тащит. Ну чё? Нет, не тащит. Вот ты не тащишь. У тебя что-то как-то все плохо. У меня тут 58. А, ну в принципе еще можно попробовать. Так, Алистер. Блин, Алистер вдвое. Если этого она не загасит, то Алистер нифига не затащит. Против двоих-то. Черт возьми. Давай еще. Оглушение очень вовремя. Точнее говоря, не вовремя. Так, Алистер, что там? У Алистера, в общем-то, все неплохо. Давай, принимай целебную припарку. Готово, твою мать. Так, давай, подходи к нему. Сейчас мы его загасим, падлю такую. Готово. Good job, Warden. You've earned a portion of the receipts. Let me know if you want to go again. Можно, не надо. The younger houses are interested in unorthodox. Так ты это уже говорил. Many higher we give small payouts. Maybe a bonus from time to time, but this is... Загляну в другой день. В другой раз нафиг. 12 серебряников получили, ёпарасоте. И у нас, блин... I stand ready. О, да. О, да. У нас всё плохо. Нам надо в лагерь. Нам очень надо в лагерь. Купить... концентрированного реагента купить, много чего надо купить. Так, здесь в общем-то вроде как не с кем поговорить, то насколько я знаю. Так, вот ты, например, ты кто? Нет, не Алистер. Вот ты кто? If you're looking for seats, speak with the guardsmen. Да, они не хотят со мной разговаривать вообще. The proving will begin shortly. I'm sure you can find a place in the stands. Or were you here to take part in the fight? Let me just put you into the schedule here. Now, is there a particular name you wish listed? We'll just call you Grey Warden, seeing as those human names are a real burr to pronounce. We actually have an opening in the first round. Are you ready to start? Looks like Suwern's drawn first bout. He was one of the youngest champions ever. Beat his own father at 12 years old. All for the right to earn his battle status 2 years early.
Are you ready to start? Я не понял, это я сейчас за этого выполняю квест за лорда или нет? Или я просто могу на арене поучаствовать? Is begun. Ух ты, ты кто там такие? Слышь, ты кто такой? So you're the Grey Warden Lord Harriman brought in to replace his missing fighters. Я дерусь за себя. You haven't said you're championing Harriman. But it's obvious Balin didn't send you. Whatever Harriman's reasoning for wanting you here, he'll be disappointed. I've been watching you, and I must say I'm not impressed. Your stance is sloppy and your eyes proclaim your every move. I've no doubt I could beat you. Of course, you'll never make it that far. Вот не знаю, блин. Мне хочется наказать этих наглецов. Так, что у нас здесь? Сундук. Сундук? Ну, что-то как-то не хотят мне ее два отдавать. А вот это вот ты, да, Северин? Didn't I say I need to concentrate? There's plenty of time to congratulate me after the fight. So you're the Grey Warden. It's an honor, really a privilege. You hear so much about the Wardens. They say on the surface, they're the only ones who fight Darkspawn, and everyone hails them as heroes, and, are you taking recruits? Какой ты молодец. У меня нет такого. На самом деле, да. A blight? Then that must mean you want recruits. I bet you're here to pick the best fighters. Am I right? Попробуем. Really? That would be great. I always wanted to travel with the Wardens, see the world. Oh, and best of luck in the ring. И чё? И всё? Нет, я не понимаю. Я сейчас вот Давайте почитаем всё-таки. Ну-ка, Арзамар. Так. Или нет, мор, по-моему, да? Само совершенство. Заручится поддержка Арзамара в войне с мором. Так, угу. Это все понятно, конечно. Это все хорошо, конечно. Благосклонность принца. Первое задание. Вернуться. А у меня благосклонность этого... Хромонда-то уже нет. Может быть, попробую все-таки с ним подраться. Ну, опыт типа того. Блин, я не знаю даже. Но нам по любасу надо для начала. Так, ну я вроде все посмотрел здесь, блин. Не знаю, не знаю. Что-то это как-то очень странно. То есть у меня даже этого задания-то по сути нет, выйти на арену. А мне предлагают все-таки на нее выйти. Так, вернуться. Давайте вернемся. Я просто хочу подраться, да, подраться я хочу, но мне нужно больше аптечек. Мне нужно вылечить своих бойцов. Я вот хочу посмотреть, что у меня тут по этим. Так,
У меня эльфийского корня. Ну, в принципе, у меня эльфийского корня так приличненько. Так что мне нужен вот такой вот концентрирующий реагент. Реагент для вас гонки и склянок. Склянок мне нужно, склянок. А что, например, Морриган у меня сильные, в смысле большие аптечки. Большая целебная припарка, ей нужна склянка. Ей нужно концентрирующего реагента. Одна втучка. Реагент для возгонки, две штучки. Грубо говоря, мы можем сделать, скажем, 15 штук, да? Грубо говоря, 15 штук можем вполне себе позволить. Этих больших аптечек. А можем и больше. А может быть и больше сможем. Кто знает, кто знает. Да блин. Вот что мне здесь не нравится, это то, что я, чтобы вернуться, блин, в этот гребаный лагерь. О, нужно пройти очень много. Can it become a golem? No. Seeking companion. Пойдем. Пойдем посмотрим. Так, теперь мы можем отправиться в лагерь. Да. Тут мои товарищи вылечатся, а я закуплюсь. А я закуплюсь концентрирующим реагентом и... В смысле... Ну да, концентрирующим реагентом и склянками. You and your friends are formidable folk, indeed. It's good to have you along on the road. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I... Да-да-да. Да и склянок. Склянок сразу куплю много. Ну, чтобы у меня в них не было никакой нужды. Так, реагента для вас гонки не буду. Оскверненного реагента тоже не буду. Концентрирующего реагента мне надо штук, наверное, 12. Ну, пусть будет 15. Дорого, ёлки-палки. Как все дорого у вас, господин гном. Вот. Топереча. It shall be done. Топереча, топереча. Может Стена взять вместо Шейлы? Чё-то Шейла там вообще никак. Давай Стена возьмем. Yes. Yes. Indeed. То есть она неплохо себя, конечно, это самое там в роли танка показывает. Ну, грубо говоря, блин, я же вроде на Арзамар нажимал, почему меня вот кинуло аж вон туда? Странно. К началу локации аж. Так вот я говорю, что Шейла неплохо себя как танк зарекомендовала. Но как боец она не очень что-то. Может быть Стэн тут больше толку от него будет именно в боях. Так, Морриган, сделай к нам больших аптечек много. Много больших аптечек, поняла? Много. Очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, шестнадцать, семнадцать. Ага, реген для возгонки кончился. Обидно. Досадно. Ну ладно. Зато у нас теперь действительно больших припарок до хрена.
Мы теперь готовы, пойдем еще кому-нибудь наваляем. Там какую-то плюху дают, типа колечко, насколько я помню. И это колечко весьма полезное колечко. Нигде его, насколько я помню, добыть невозможно иным способом вообще в игре-то. Может быть, я все-таки подерусь на арене. Давайте сначала в официальном бою в одном поучаствуем, а потом опять на этот выйдем. На неофициальный. Мне просто даже вот интересно. Потому что у меня нет задания на то, чтобы благосклонность Хромонда. Обеспечить себе. Благосклонность этого самого Ромонда. Но при этом говорят, что я могу участвовать, да? Запись прекращается. Никаких изменений в списке. Ага. Ну давай. Go down to the ring then. I'll be right there. This is a glory proving. Fought under the eyes of the Paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. First up is Suwern of the warrior caste. Many of you remember when Suwern made history as a lad of 12 by defeating his own father in this very ring. Today he fights as champion for the royal Prince Balin against a member of the famed Grey Wardens. In the name of House Iduken and our future King Balin. First warrior to fall is vanquished. Fight! Fight, ёпта! Ну давай, файтнем. Слушай, а похоже, что я теперь могу. Суэрн is rarely trounced and so thoroughly. Are you ready for your next opponent? Кто? Next, you're up against Miaja and Lukja. As twins, they've always been allowed to fight as a single person. They're warrior caste, but their mother was a smith, so watch out for Miaja's hammer. And don't forget Lukja. Most fighters do, and end up with a knife in their spine. Are you ready to begin? No, I... All right then, I'll see you out there. This is a glory proving. Fought under the eyes of the Paragons of Orzammar. Я хочу пройти. Попробуем. The memory of King Endrin. The Grey Warden will face the notorious duo, the warrior caste Twin Terrors, now fighting as champions for Prince Balin, Miaja and Lukjan. Слушай, я что-то... Я что, в одиночку буду там валяться? First warrior to fall is vanquished. Fight! Да ладно! Вы издеваетесь! В одиночку против двух! Вы чё? Окей. Так, нет, подожди, ты будешь драться вот с этим, а я постараюсь уговорить вот эту бабу.
Слушай, ты что, я его загасил, что ли? Гася. Что-то... А, нет, вот он решил исчезнуть. Ну, это тебе не помогло. Вот так вот. Волк как пригодился прямо. Well, that was an exciting bout. Two on one, and you took them both easily. Are you ready for your next opponent? Кто? Next up is Roshan, the only survivor of the Deep Roads raid to retake the Kobali Montage. Are you ready to begin? Ну. А может мы с ним будем... А, ну нет. Не будем мы с ними говорить. Пошли. All right, then. I'll see you out there. This is a glory proving. Fought under the eyes of the Paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. So far, the Grey Warden has won the field. But victory is far from assured. Next to challenge that perfect record is Expeditionary Captain Roshan. Will he find Valos Atreidum and defeat the Grey Warden? Что-то у тебя рожа такая какая-то синюшная, алкаш походу. First warrior to fall is vanquished. Fight! Fa-fight! Ну давай, fa-fight. Ты обычный. Готов. The winner is the Grey Warden. Ну, это было легко, на самом деле. Better and better, Warden. I never would have guessed you could triumph over Captain Roshan. Are you ready for your next opponent? А кто? Pick a partner, because this will be paired combat against Davianic and his second Olenin. Davianic's been a feared fighter in this arena since he was accused of murdering his own brother. He fought to prove his innocence. When the ancestors cleared him, he went on to be a four-time Grand Proving Champion. Ух ты. Are you ready to begin? Да. All right then, I'll see you out there. Так я не понял, а как я... This is a glory proving. Fought under the eyes of the Paragons of Мне, наверное, сейчас позволят выбрать напарника-то, да? This round is paired combat. Just as Kianchet fought as King Gloadvik II, defending our empire, so have dwarves always fought alongside a second. Grey Warden, choose your second, for now you face Lord Davianic Volney and Olenin. Ну, Алистер, конечно, возьмем. Last one standing will be declared victor. Потому что он там будет просто-таки одного сдерживать, а второго я загашу. Так, давай. Значит, ты идешь на Олафа. А я уж как-нибудь разберусь с этим лордом. Ну и все. Можно больше даже ничего не использовать. Алистер выполнил свою задачу и даже неплохо его покоцал этого напарника. Конечно. Кто же еще так? You prove yourself a master of paired combat, Warden. I congratulate both you and your second. Are you ready for your next opponent? Кто? This is the championship round. A full squad-on-squad combat. Piotr Iduken leads the same team he's taken to victory in over a dozen Deep Roads expeditions. Are you ready to face the final test? Давай. May the ancestors choose wisely. This is a glory proving.
fought under the eyes of the Paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. Only two warriors remain, fighting for his royal cousin Valen, the Jotun Idukan, has led his team to triumph over every unit so far. Challenging him, the Grey Warden came from nowhere, cutting a swath through Orzammar's finest warriors. Each will lead a full unit of four soldiers to see once and for all whom the ancestors favor. You fight well. It will be a pleasure seeing you fall. Last one standing will be declared victor. Fight! Ну давайте. Ну давайте. Так, что у вас есть? Так, правая рука. Сторонник. Так, значит, что, Стэн? Идешь бить правую руку, Алистер. Идешь бить самого вот этого вот козла. Так, я иду вот на этого. Морриган заходит вот сюда. Окей. А потом бьет вот этого. Так, бьешь? Угу, бей, молодец. Сразу же ему дай по шапке этому нечестивцу и разбей. Угу. Так, кто? Слушай, каким вот макаром вы тут это самое, меня тут мешаете, а? Так, нехорошо. Давай вот это. Так, Морриган, 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 Морриган. Тебе надо уходить отсюда. Потому что что-то Стэн тебя вообще не защищает. Угу. Да блин, Соня, ё-моё. Моя телега. Убейте этого козла, точно. Вот молодец, спасибо. А ты почему, Стэн, начал это гасить? Когда ты должен вот это гасить? А, он этого и гасит. Молодец. Ладно, так, с этим разобрались. Блин, не хотелось бы терять сейчас Морриган-то. Так, иди. Сейчас как-нибудь попробуем. Нет, все, потеряли Морриган, к сожалению. Ну, ладно. Готово. Кто? Кто Алистер завалил? Нифига себе, блин. Блин, я с Алистера просрал, черт. Загрузить можно? Нихуя нельзя. Надо было сохраняться, я, дурак, не сохранялся. Зашибись. А мы не сделаем это. У нас Стэн только остался, и все. Так, Стэн, давай. Сильную целебную припарку тебе. Может быть, мы еще затащим. Может быть, я еще зря. Давай, шквал. Теперь взмах. Один на один? Ну давай, один на один. Нет, ничего не получится. Да не, не получится. Он слишком хорошо бьет.
Ладно. Да, не получилось. Да, он молодец. Загрузить последнюю точку. И что это за точка? Это вообще, наверное, перед началом соревнований всех этих, да? Вот это... Ну, точно. Пиздец какой. Ой, бля. Это столько-то времени. Офигеть. Ну ладно, жмем на паузу. Так, ну ладно. Я теперь сохранялся и опять дошел до чемпионского боя. Сейчас мы это дело, как говорится, по-другому все сделаем. Давай. Там немножко неправильно сыграл. Each will lead a full unit of four soldiers to see once and for all whom the ancestors favor. Fight well. It will be a pleasure seeing you fall. Так. Значит, я сейчас пошлю Соню за лучником. Так, что как это самое... Так, значит, давай, Алистер, ты держишь себе вот этого, Стэн, ты держишь правую руку. Соня, ты колдуешь волка. Морриган, ты идешь вот сюда и долбишь. Вот этого. Разбей. Да блин, разбей ты его. Ага. Так, что у нас происходит? Все плохо. Так, я не понимаю, кто кого тут колбасит. Ну-ка, давайте разбираться. Вот ты кого колбасишь, ты этого колбасишь. Так, ты колбасишь этого, правильно. Ты колбасишь вот этого. А волк у нас кого колбасит? А волк у нас никого нет. Давай вот этого грызи. А то отъедешь быстро. Качественно. Так, тебе надо целебную припарку. Сразу не будем экономить. Так, еще кому? Угу. Тебе тоже целебную припарку. Не будем экономить. Так, Морриган, ты должна как угодно, но разобрать. Ай, блин, да что-то ж там такое. Долбануло-то. Бей! Блин, Стэну плохо. Давай, 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 давай. Пацаны, мы затащим. Стопудово, блин. Затащим. Почему у вас так все плохо? Вот особенно с этой. Ты хоть сделай ему вот эту, что ли, штуку. Вообще уже просто-напросто нереальное что-то. Двое тут гасят его, никак не загасят. Оба танка у меня прям терпят просто ужас как. Терпит. Морриган, мать твою, ты должна. Готово. Так, похоже, они разобрались все-таки с приспешником. Так, ты нападаешь на правую руку. Ты нападаешь вот на этого, да? Так, Стэн у нас что, кого бьет? Нет, Стэн, вы бейте вот вместе с Алистером, бейте вот этого вот. Мы разберемся, мы разберемся. Морриган, ты на вот этого вот. Так, вот на этого вот. Ты
наложишь кучу уязвимости. Готово. Так, и ты полечишь Алистера. Готово. Правда, не очень хорошо все получилось. Так, кто на себя правую руку берет? Так, ты берешь. Почему так плохо все с правой рукой? Так, ну надо помогать. Давай, помогай. Блин! Все-таки Стена загасили, я не успел даже увидеть этого. Ёлки-палки, просто ужас какой-то. Так, Алистер, держись. Так, тебе надо с тобой что-то надо делать. Так, волк, волк, иди сюда. А, ну нет, волк пусть так и делает. Морриган, Морриган, ты должна сделать что-то с этой чертовой правой рукой. Вот прямо вот надо. Да, молодец. Вытягивание жизни из нее, молодец. Алистер, принимай большую целебную. Нифига не примет. Да что он такое кастует вообще, блин, все сшибает. Сволочь такая. Что вот это такое? А, боевой клич. Нифига себе, это так действует, что все просто падают. Так, правая рука ушла. Ну все, сука, молись, блин. Гаси его, кисуля. Ну, против четверых-то даже ты такой крутой не затащишь. Нифига себе, устойчивость. Падла такая. Ну ты падла такая, ну на тебе волшебное. Готово. Вот и все. Ну что, наблюдаем. Как чемпион был повержен. Все, готово. Я знал, что я смогу затащить. The ancestors have spoken. Хорошо, так мы всех завалили. Вообще замечательные мы. Так, кто у нас уж тут помер-то, Стэн? А нет, смотрите, его вылечили. Так, ну давайте пойдем этот в испытаниях нелегальных поучаствуем еще. Тик-тик-тик-тик. Там, по-моему, несколько их. А уж не помню, какой из них.
А что у нас за дверью номер один? Это не здесь. Нет, это эти стоят. Красавица и чудовище, блин. В одном лице. Блин, где этот хрен стоит, я уж не помню. Вот здесь вот, по-моему. А, вот здесь вот где-то, да? Или здесь? Чёрт его знает, короче. Ты не здесь стоишь? Ты здесь стоишь. Ага. Так, давайте сохранимся. На всякий пожарный случай. Ready for some unofficial training opportunities? Yeah. We've got some young fighters ready to go. This will be difficult, I assure you. Ну давай попробуем. Так, кто здесь у вас? Так, воитель, участник испытаний, главарез из пыльного города. Ага. Так, мы сразу же кастуем волка. Морриган, ты на себя берешь вот это вот. Даешь ему просраться вот этой вот фигней. Так, Алистер. Берешь на себя вот этого. Ты берешь на себя вот этого. Так, ты кастуешь волка, а потом посмотрим, что можно тебе сделать. Твою мать, сорвал комбинацию, сукин сын. Падла такая. Ну давай еще раз волка. Давай. Наконец-то. Так, и сразу же волк идет защищать Морриган от вот этой вот гадости. А ты, кисуля. Так, воитель не нужен. Где этот там, который? Вот. Вот ты идешь на него. Морриган, а ты хрен ли фигней ты страдаешь? Давай сразу выйти. Ну, молодец. Так, ты. Да-да-да. Давай. Куда эта хрень побежала, а? Ну-ка, давай-ка. Шквал ему. Фига себе, у него оглушение, да? Нет, разрывной выстрел, он попал в упор. Да вы издеваетесь. И как так? Морриган, ты бы хоть полечилась, что ли, тогда? Раз не тащишь. Давай. Атакуй. О, молодец. Так. Этому гадину такому. Эть. Молодец. Теперь вот это. Да блин, опять твою мать, а сука. Так, у Стэна у нас проблемы. У Стэна проблемы. Целебная припарка. Давай, целебную припарку. Ты когда его убьешь? Все ужас какой-то. Давай смертельный удар ему. Оглуши. И шквал. А, шквал еще не работает, да? Так, Алистер, не беги туда. А, ну в принципе, чё. Угу. Вообще все отлично. У нас тут Алистер воюет вот с этим. Так, ты воюй вот с этим, да. Морриган, ты тоже иди туда. Там вообще все отлично у нас идет. Давай. Давай, молодец. Чё, посмотри, какая кат падла. Ну, все. Ну и никто даже не помер у меня, надо же. Good job, Warden. You've earned a portion of the receipts. Let me know if you want to go again. Так, в другой раз. I'll be here. Давайте сохранимся. Ни в коем случае нельзя допустить.
Так, давай восстанавливайся, Стэн. Отлично. И волк тут у нас вообще все молодцы. Ready for some unofficial training opportunities? Да. We've got some young fighters ready to go. This will be difficult, I assure you. Так, кто у нас? О, маг, вижу мага, воин-чародей. Да, это боевой маг. Нифига себе. Участник испытания, главарез. Так, главарез это у нас, похоже, этот. Как его зовут? Лучник. Но мы что делаем? Мы сразу бьем мага. Так, вот ты бьешь мага. Да вообще все бьете мага. Первым делом мага выносим. Просто на раз, два, три, четыре. А ты, Морриган, делай себе вот эту гадость. Так. И сразу же вот этих вот опасных. Слушай, какая интересная у него штучка. Так, а я Алистра заморозил, да? Ай, блин, я молодец, конечно. Ну, в плане того, что я бы мог тогда сейчас бахнуть храмовником. Разогнать это заклинание, но Алистра у меня в заморозке. Да не, ему все пофиг. Этому самому нашему отряду. Так, идем туда. Все идем туда. Все идем туда. Вот этого головореза надо гасить, эту подсиралку гасить. А я тут разберусь как-нибудь. Отходим, 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 отходим. Не буду драться, не буду с тобой драться. Пошел ты нафиг. Так. Теперь так, Стэн у нас идет помогать Алистеру. А волк идет помогать. И Соня идет помогать. Так, Морриган, ты бы тут не надо было вот тебе вот так вот тут стоять. Тогда. Убьют ведь. Ну, убили, да. Но я не знал, что убьют. Так, Алистер, ты ничего так справляешься вроде, да? Готово, все. Не... Один ты уже не справишься. Так, все бьем его. Не затягиваем. Да, правильно. Так, у тебя что есть? У тебя есть вот такая штука. Давай. Такую штуку давай, только тебя сбили. Давай. А, вот, молодец. Веселой толпой сбинали. Слушай, а сколько их вообще этих? Ну давайте еще раз сохранить игру. Что-то больно долго. Ready for some unofficial training opportunities? Давай. We've got some young fighters ready to go. This will be difficult, I assure you. Так, кто здесь теперь? Эльф-целитель.
Ага. Эльф-целитель, да? Падла такая. Ну чё, по нашим? Блин, я не... Вы посмотрите, что творится, а? Меня выпустили с... Нет. Я не схочу. Меня выпустили со здоровьем, которое не восстановилось. Это куда дел годится вообще? Ждем, короче, когда восстановится. Да и, наверное, давайте закончим на этом. Неплохая была серия, посвященная тупо одним боям. Но закончим мы это все в следующей. Всем спасибо за просмотр, всем пока.